Система «Электронная путевка» была введена в 2023 году для туроператоров, организующих поездки за границу. С сентября 2024 она стала обязательной для компаний, предлагающих путешествия по России, включая Сочи. Электронная путевка представляет собой цифровой документ, который включает всю информацию о туристической поездке – маршрут, условия, стоимость тура и данные туристов. Туроператоры обязаны загружать их в единую государственную информационную систему, что позволяет следить за соблюдением условий договора и прозрачностью работы турфирм. Каждый такой документ снабжен номером и QR-кодом, что дает туристам возможность отслеживать статус своих поездок онлайн. Компании, которые не будут передавать данные в систему или предоставлять недостоверную информацию, рискуют быть исключенными из Федерального реестра туроператоров, что фактически означает запрет на их деятельность. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян считает, что пока электронные путевки больше используются для контроля над туроператорами, чем для защиты туристов. Однако система предоставляет возможность для государственного контроля над туристическим рынком и способствует борьбе с мошенничеством и овербукингом. В августе к системе подключилось всего 15% из почти 4500 компаний. Это связано с высокой стоимостью и сложностью процедуры подключения, которая включает аттестацию оборудования для передачи данных.